просто солдаты. Мы призраки. Друзья, всем привет. И добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Итак, мы тут почти долетели до рыбацкой. Там ферма, да, какая-то. Завод. Фабрика. Ну что, открываем огонь. Огонь, огонь, огонь по готовности. Огонь, огонь, огонь! Не прекращай. О, пора прыгать под сам. Вот, пушки. Вот он по нам шарит так активно. Падай, падай, падай. Сбили винты. Надеюсь, не паркуемся. Не-не-не, упадет. Сюда. Отлично, влазим. Прыгаем вниз. Приближаемся к цели. Готовьтесь. Брать, погоди. Вау. Это прилетело из лаборатории. Букашки бегают там. Кто там где еще? Вон он. Целься лучше, мать твою. Визуально звонит. Что, мирный что ли? Там еще и мирные бегают. Блин. Не знал. Стоп. Интересно, я убьюсь, хотя ничего не убьешься. Так, все мы внутри. Мы под крышей. Надо аккуратненько тут стрелять, рабочих не поубивать. Типа вот таких. Делаем так, кто по нам стреляет, то мы в ответку. Так, это что там? Это взорвать надо? Да, уничтожить. А, все. Моя твоя не понимать. Не спать, давайте за дело. Ага, так, они под нами, блин. Цистерны и сушилки. Когда мы их взорвем, процесс остановится на долгие месяцы. Погоди. Офигеть. Это было больно. Фига подкрались тут. Спуститься можно, да? Прыгаем. Откуда получилось? Дерьмо! Да, да, они подо мной, я знаю. Надо сейчас их подловить. Ушел. Давай попробуй здесь гранату кинуть. Осколочная. Что за хлопали там? Огонь ведут из лаборатории. Офигеть, с одной гранаты. Уничтожили тут. Надо повторить. Осколочная, получай. Шикарно. Тут у них дренажные трубы для химических стоков. По ним нам надо пробраться внутрь. А не стрёмно продираться сквозь все эти химикаты? Да ладно, лишние части тела. Стоп. Так, ну что, прыгай вниз. Снайпер! Патрошки. Спецэффекты. Так, снайпер говорил, да? Подходит.
Давайте вернемся к делу. А не стрёмно продираться сквозь все эти химикаты? Да ладно, лишние части тела еще никому не повредили. Фабрика разрушена. Лучше бы эмиссару достать голову из жопы, а то скоро ему будет нечем руководить. Так и задуман. Скоро он появится. Это Пак Катари. Эмиссар сильно психует из-за того ущерба, который вы ему нанесли. Еще бы. Опасается реакции дедушки, когда тот узнает, сколько производственных мощностей они потеряли. Звучит недурно. Да как сказать? Эмиссар приказал захватить госпиталь в Окору и превратить его в кокаиновую лабораторию. Сукин сын. Да. Нельзя этого допустить. Госпиталь очень важен для тамошних жителей и для моих людей в том числе. Я отправил туда небольшое подразделение, но этого мало. Одним им долго не продержаться. Ясно. Передай своим, что мы выезжаем. Это прилетело из лаборатории. Ух, прилетело. Не сюда иду. Хотя ладно, пускай идут. Нам надо отправляться в госпиталь. За стеной, что ли? Там у тебя гости, блин. Где они? Да, внизу. Так, нам вертушечку бы у них тут найти бы. Где-то же должна быть. Бежим на пролом. И он бежит. И мы бежим. И все бегут. Пацаны и власти. А вон вертушечка наверху. Так, у нас кто-то встречать будет, да? А, та же наша вертушка. Она еще на ходу? Ну да. Так, госпиталь, где ты у нас находишься? Щит. Ну ладно, мы на вертушке долетим. Эмиссар готовит нападение на местный госпиталь. И Паку Катари нужна помощь. Полечу я. Вам решать, но благодарность Катари нам бы очень не помешала. Ничего. Надо авторитет поднимать. Да тем более госпиталь надо спасать. Ой, она плохо летит-то. Она бы долетела бы. Летушка наша. Это было опасно. Она падает, падает. Набрал высоту. Так, рядом несюжетное задание. Так, ну что, почти долетели. Ладно, сейчас не разбиться, но вертушка у нас постепенно падает. Сетевая станция. Без связи можно поставлять тут. Там на время было. На вертушке само то делать, на машине не вариант. Так, где она там? Госпиталь в горах, что ли?
да. На высоте находится. Так, мы на месте. Площадочка для нас. Пацаны, возим. И вот так. Так. Сейчас поближе подойдем, дрон запустим. Все разнюхаем, кто здесь спрятался. Похоже, эмиссар еще не сделал свой ход. Найдем командира повстанцев и сообщим, что мы здесь. Я с вами, босс. Еще никого нету здесь, да? Может, сейчас нам придется обороняться. Выбираемся. Так, ну если обороняться, нам нужно патрушки взять. Так, где он там? Так, местные повстанцы свои. Мне так повато. Привет. Здорово, ребята, вы очень вовремя. Разведка доложила, к нам идут люди эмиссара. А здесь как дела? Придется обороняться. Мы вывезли столько больных, сколько смогли. Плюс несколько грузовиков с лекарствами и вакцинами. Так, по крайней мере, если мы потеряем госпиталь, у нас хоть что-то останется. Угу. Кстати, моя дочка родилась в этом госпитале. А теперь, Карахо, я защищаю его от головорезов, которые хотят устроить здесь нарколабораторию. Ничего святого нет. Ничего, кроме смерти. Потому-то мы здесь. Люди эмиссара могут нанести удар в любой момент. Пока не началась перестрелка, надо как следует подготовиться. Понятно. Так, подготовиться, значит, да? Ну, блин, у меня ни мин, ничего нету. Я, конечно, особо позаминировал бы. Устроил туда им встречу бы. Откуда они поедут? Отсюда? Уже здесь? Устроили перестрелку с картелем. Наши действия? Какие действия? Стрелять, убивать, уничтожать. Шквальный огонь по мне. Атакую, еще идут. Пулеметчик выносим с миниганом, который. Скорее его. Ух ты, ложись. Там не думайте даже подходить ко мне сюда. Видите, фашисты гранату. Сейчас. Лежи, ублюдок. Блин, патрушки закончились. Вообще, эта летушка летит. Блин, укрытие. Укрытие, за припасами бежим. Ух, их там лезут, а. А вы откуда их вылазили? А вот там. Они сейчас побивают. Задание провалено, больницу цель передавала. Изрешетили, да, значит, госпиталь? Там что-то чересчур много их появилось. Так, ну хоть солнышко. Рассвет начинается. Так, где мы? Блин, а нам что, все заново, что ли? А что, ближе нельзя? Не могли нас? Да, точка респауна тут просто жесть. Так, я что-то не заметил, там вообще урон проходил, нет, по госпиталю. Может, там шкала была какая-нибудь. Как-то застрелялся, тут засмотрелся. И внимания не обращал. А сейчас посмотрим. Я вот не понял, почему так быстро. Да, появляется.
справляемся, значит, весь боезапас возвращается. Или, может, тебя убили, доктора? Здорово, ребята, вы очень вовремя. Разведка доложила, к нам идут люди эмиссара. А здесь как дела? Мы вывезли столько больных, сколько смогли. Плюс несколько грузовиков с лекарствами и вакцинами. Так, по крайней мере, если мы потеряем госпиталь, у нас хоть что-то останется. Кстати, моя дочка родилась в этом госпитале. Да. А теперь, карахо, я защищаю его от головы. А, что, блин, я хотел, ну, пропустить можно будет. Так, вернемся к заданию. Кстати, моя дочка родилась в этом госпитале. А теперь, карахо, я защищаю хотел его пропустить, прекратить. Которые хотят устроить здесь нарколабораторию. Ничего святого нет. Что так потемнело? Ничего, кроме смерти. Потому-то мы здесь. Люди эмиссара могут нанести удар в любой момент. Пока не началась перестрелка, надо как следует подготовиться. Понятно. А, да, защита... А, защита врача. Блин, ты куда попёрт-то? Ты можешь здесь сидеть и всё-то. Тебя, блин, защитили. Вот и пошёл. Вернись назад. Ну, конечно, дебил вышел на улицу, блин. Всё, зашёл. Будем его охранять. Сиди тут, блин. Даже не вылазь никуда. Все, засел в углу и сиди. Блин, короче, сидим тоже здесь, рядом с ним. Так, давайте пропивать, там идут уже к нам. Забегает обезбашенный сразу. Как? Вот это да. Он забежал тупо и зашитил, что ли, его? И что, все пули попали в него, он так бы сдох? Ну, вот это просто... Жесть. Ладно. Ладно. Попытка номер три. Будем выносить с расстояния их. Понял, что они не успели подходить. Я свои приказ отдал, чтобы они шли, воевали там. Ударится или нет? Ладно, вертушка это вот, блин. Все хорошо, никто не обосрался. Ну если только они. Все, у нас все чисто. Держим, держим оборону. Нет, отмена. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ясно. Они на чеку. Веду огонь по мудакам. Стреляйте, стреляйте, не давайте подходить. Пока светушка стоит. Ай, отстрелялся, блин. Осколочная. Осколочная, получай. Блин, доктор, не выходи только. Черт, у нас потери. Нашего, да, положили. Так, он бежал быстро за припасами. Быстро бери. Блин, кто-то бежит. Держись, я иду к тебе. Доктор, доктор, откроем. Это Боуман. Вы конкретно наследили Вакора. Весть о ваших подвигах достигла мечтателя, и он жаждет крови. Дед старается выгородить внука, но оказывается между молотом и наковальней. Мечтатель требует объяснения от эмиссара, а дед пытается придумать, как бы сохранить ему жизнь. Что делать нам? Дед с эмиссаром целый день на телефоне, и нам удалось установить его местонахождение. Это наш шанс. Эмиссар висит на ниточке. Припрем к стене, он и расколется. Дайте координаты. Мы этим займемся. Все цели уничтожены. Все чисто. Ну и отлично. Че, вертушка улетела?
пока там стоит, мы отсюда потихо сваливаем. Так, машинка, машинка, машинка. Нет, тут нету, внизу есть. Кто-нибудь может объяснить, почему мы спасаем эмиссара? Он же не босс картеля. Если бы не его дедушка, эмиссар ничего бы не добился. Сам он ничего не значит. Есть идеи получше? Да. Пусть этот козел сам выкручивается. Погоди. Стрелялась. Огонь, огонь, огонь! Ну, ладно, надо добить его. Мы еще пилота сняли. Так, а что там эти пассажиры вылезли? Живучие, да? Что, не здоровы? Спать. Давайте за дело. Этот готов. Добили. Здесь чисто. Все, по машинам. Кто-нибудь может объяснить, почему мы спасаем эмиссара? Он же не босс картеля. Если бы не его дедушка, еще одна летит, эмиссар ничего бы не добился. Сам он ничего не значит. Есть идеи получше? Да. Пусть этот козел сам выкручивается. А зачем мы тогда полезли в аккорд? Эмиссар просто пешка. Боуман решил добраться до деда. Если эмиссар исчезнет, мечтателю придется свалить на кого-то вину за то, что здесь произошло. Он пойдет против деда. А это даст нам шанс его схватить. Черт, если Боуман кто-то нужен, то с ней шутки плохи. Это точно. Ну, ладно. Так, стоп. Проезжай. Можешь приехать. Так. День, камарада. Спасибо, что помогли защитить госпиталь от людей эмиссара. Должен признать, что без вас мы бы не справились. Не за что, Катари. Мы просто внесем это в счет. А теперь еще одна просьба. Еще до того, как люди эмиссара напали на госпиталь, один из моих парней загрузил машину вакцинами и попытался их вывести. Но его тормознули на блокпосту Единства и грузовик конфисковали. Опа. Эти вакцины нам крайне необходимы. Машина сейчас на базе Единства. Я понимаю, что много прошу. О, на базе Единства. Но, если честно, с этим никто больше не справится. Ясно. Посмотрим, что можно сделать. Не, ну, конечно, медикаменты надо вернуть. Так, спецтранспорт. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. А вот у нас босс, мини-босс объявился этой территории. Ну и, конечно же, спецтранспорт, который надо вернуть. Единство отобрало у повстанцев с медикаментами. Вы должны их вернуть. Катари и его люди позаботятся употребить их на доброе дело. Так, пишешь, на машине не хочу туда ехать. Я хочу лететь. Сейчас немножко поднимемся, спешимся, доберемся до вертушки, угоним ее и долетим. А то ехать придется очень долго. Вот на картинке показано, что и близко. На самом деле нет. Территории тут масштабные. Подрифуем. Да. Тихо, не сильно так задрифовал. Тормози, перегазуй. Улетел. А где там? Объезжаем. Потом не будем агрить. Думаю, здесь она залезет. Точнее, залезет, да? Браво, умница. Отлично. Так, скоро рассвет. Ты
Так, вертушка, охраны нету. Это хорошо. Припас, ну припас у нас есть. Ясно, я полечу. Полетели. На базу единства, да? Вот там у тебя будет миссия. Интересно, транспорт надо сесть и довести до места? Если да, то это будет очень плохо. Потому что налетят вертушки, налетят апачи там, да, может, танки придут, БМПшки. Если там все галки поднять тревогу. Если все по-тихому сделать, высосать транспорт, это что там такое? Сигнальная ракета. Вот СОС подал, да? Попробуем сначала по-тихому, быстро прыгнуть в транспорт и свалить. Ну, лети же. Так, база тоже в горах находится. Нам где-то бы здесь приземлиться бы. Тревогу не поднимать. Например, вот здесь, вот там, повыше немножко. Ну, это полянка сама тут, тихо. Влазим. Ух, как птички туда. Прям по духу, блин. Так, там по-любому кемперазы-то есть. На вышке нету. Странно. Здесь плохие парни. Да. Здесь они... боец, и он совсем один. Они миномет. Очень плохие парни. Миномет. Давайте по горам проползем, чтоб дрон запустить. Боевой аванпост. Высота. Ага. Поскалазим. Мы должны доставить противоактивный катарик как можно скорее. Залезаем в аванпост, находим грузовик и... Понятно. Ну, направо можно забежать туда. Пистолетами-пулеметами. Направо не получится. А вот снайпер, и снайпер. На вышке. А вот и грузовик. Посылочка прибыла, пора забирать. Офигеть, их тут сколько. Там снайпер есть. Снайпер на вышке. Так, два снайпера и пехота, и вертушка. Но вертушка пока обычная. Скоро пролетит необычная. Ну, вроде суть понятным. Заходим, устраиваем окруху, беспредел, все взрываем, все уничтожаем и уезжаем. Первым делом вырубаем снайпера. Зашибись. Ты как это так? Агась. Пошел поиск. Ты что такое там живучий-то, а? Ну, подними свою головушку. Блин, едут. Да какой дрон тут бил его? Дрон в воздухе. О, миномет, обстрел начался. Джем, рашить. Быстро прыгаем, фургон сваливаем. Офигеть, спрятался. Минометный обстрел в укрытии. Цель ликвидирована. Типочки-то бронированные какие у нас. Вот, черт, сзади подъехали. Открываю огонь. Бабах. Едут. Бежим. Тут снайпер, снайпер. Нет, в укрытие. Угу. Прикрывайте там сзади. Я снайпера врублю. Ох, земля трясется. Ладно, зашкирился.
Граната, граната. Снайпер, в укрытие! Обах! Нет, нет! Какая падла сзади стреляет в спину. Давай, беги. Быстрее поднимай. Черт, почти! Ага. Кемпера, стань сюда. Зашкирился там, бля. Его больше нет. Так, теперь надо найти вход. Тут колючка. Тут тоже колючка. Снайпер, уменьшите атаки. Эй, что, повсюду колючка, что ли? Как нам попасть? Тебе из главного рота, что ли, опять? Ну, залазь. Здесь можно пройти. Отлично. Бежим-бежим. Этот готов. Черт, минометный огонь! Контакт! Вон, жопа боль, жопа боль. Забежал, бля. Ну, не получилось по-тихому. А подкрепление понаехало, бля. Ладно, дубль 2. Попробуем сейчас кипераса сразу снять. Так, и мы, как всегда, блин, закинуты на километр на... Могли поближе бы. Внимание. Забираемся. Хорошую позицию выискиваем. Ну, залазь. Йоу, вижу бойца. Вон там. Вот так. Вот хорошая позиция. Блин, позиция хорошая. Так, снайпер. Там первый снайпер на цель уничтожена. Вроде обошлось. Стой, так тебя заметят. Кто? Дрон в воздухе. Вижу вторую цель. Вижу. Понятно, цель кто. Бойца у грузовика. Блин. Не простреливается, что ли? А почему колючка за ворота не простреливается? Забор, они же раньше простреливались. Блин. Начинается. Миномет! В укрытие! Прячься! Стоп, блин! Он что, внутри стоял тут-то? Жалко, камеру нельзя повертеть, посмотреть, кто меня там зашатил. Я иду, держите. Да, внутри в палате был, в палатке. Меня убили, сейчас. Где вы шлялись? Санта-Бланки погибли в последнее время. Так, где там это? Грузовик этот, блин. Ой, выдох. Бог и сатана испытывал дверь человека. С извинением Бога сатана. Граната. Блин, откуда лезут они? Сестра нужна. Уходим, всех мочим. Забил.
Так, минометчик был там. Осколочная. Так. Прикрывайте, прикрывайте, налетайте. Я тебя искал, я тебя нашел. Так, где же этот фургон? Прыгайте за миниган. Так, все, я в домике. Так, где там на улице? Внизу там, да? Цель уничтожен. Фигит там. Осколочная. Есть рыбка большая, получайте, маленькая. Получайте, пидоры. Тихо. О, летят вертушки. А вот он, фургончик. Ладно, сваливаем. Не знаю, получится, не получится. Разменяй. Перевазь за руль. Блин. Ходу, ходу, ходу. Аккуратненько, аккуратненько. Так, и там давим всех. Нет. 40%. Главное от тушки оторваться и не повернуться бы здесь. Упс. 37, фига себе, 10% сняли нам моментально. Давайте там стреляйте. А у нас только один пассажир. Главное отсюда спуститься нормально на дорогу. На обочине сожженная машина и трупы, возможно, повстанцы. Когда мы спустимся, мы спустились. Сваливаем. Он оторвался. А тут с дороги 25%. Газу, газу. А кто не стрелять там? Огонь. Принято. Все, отрываюсь. Один на хвосте сидит. Сой. Ну, 13%. Доехать бы. Фига там ракетница летает. Раз попадет нам хана с вертушки. О, мы на месте почти. Блин. Внимание, здесь. Да какого фига? Ты на по сокращенке лучше поехать. И сейчас все заново, да? Типа сейчас надо бежать на эту базу, опять там пробираться, опять грузовик угонять, да? Ну, посмотрим.
Конечно, вообще здорово. Офигеть, нас закинули куда? Вот это респаун. Это отстой вообще. Так, ну ладно, друзья. Сейчас один припаркую здесь. Все это дело сделаю и там уже продолжим. Это смысл вам показать это дважды. Так, все, угнал грузовик. Да, с единством, блин, лучше не связываться. А у них подкрепление там, блин. И апачи прилетели. Вот так Вовка все сделал. Быстро свистнул и ушел, называется, нашел. И они меня потеряли. Так, грузовик у нас уже дымится. Надо теперь аккуратненько доехать. Сейчас нас никто не преследует, мы не спешим. Все мои пацаны там легли. Весь отряд. Даже не спил поднять. Там без вариантов было. Опа. Сколько тут, блин. Ладно, плавненько, типа свои. Так, ну как и здоровье. И мы приехали. Отлично, все. Катари, это Намат. Посылка доставлена. Спасибо, приятель. Я вам должен. Эти вакцины спасут много жизней. Ну, братки ужили. Водицу можно попить? Ну все, друзья, давайте здесь остановимся. Продолжим с вами в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.